Что касается вашего спектра задач в странах, в которых вы будете находиться, вы лучше меня знаете, что это за государство. Не скажу, что мы за это время выстроили с ними, ну, достаточно мощные торгово-экономические отношения. Это самое главное, чем мы должны заниматься. Политика, дипломатия, уважение, дружба даже. Все это у меня с шейхами есть. Доверие полнейшее. Но регион непростой, не бедный. И торговлю мы с ними должны расширять. Это главная ваша задача там. Будет экономика, будут финансы, торговля. Тогда будет дипломатия и политика. Если этого нет... Никому эта дипломатия и политика не нужны.